вас 4 так. Мы просто должны вчетвером выступить за пятерых. Если хочешь идти, иди. Группа «Аква». Проходит дальше. Я плакала, как ненормальная, когда нам сказали «да». Ты остаетесь с нами! Звонила Катя мама и говорила, точно? Это что засняли? Это не вранье? Мы в первую очередь подруги. И каждая друг о друге знает все. Во вселенной есть 4 стихи, 4 времени года, и во вселенной есть 4 девочки из группы АК. Это как должно, это должно быть. Наверное, это какой-то там... Магия. Свыше, да. Сила девочек моих в их обаянии, в их открытости. Раз, два, три! Мышки, привет! Первый эфир – это заявка о себе. Это как мы споем, какую песню мы споем. Так о нас, в принципе, и будут думать. Я хочу у вас разбудить всю чувственность, всю гибкость и всю грацию, которая в каждой из нас природой заложена. Теперь давайте послушаем. Давайте. Ну, плохо пока. Я пошла. Стоять. Пока у вас нету настроения, у вас не может получиться эта песня. Вы перестаете быть индивидуальностями и превращаетесь в хор. Да, приснитесь, зеркало. Было несоответствие эмоций на лице, эмоций в песне. Очень важно, чтобы человек видел себя со стороны. Нет, ничего, еще разочек. Зеркало. Вот. Я, все, девочки, отныне репетируем только с зеркалом. Не знаю, для разового выступления это может быть хорошо. Когда девушки должны будут меняться, я сомневаюсь. Там в глазах такое желание. Они сами этого еще слегка побаиваются. Но они очень хотят. Хотят, чтобы их почувствовали конкурентами, посчитали. Хотят. Мы будем доказывать еще, еще, еще. Мы готовы бороться до последнего. Гурт «Аква». So, how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. And even times I ask you, and then I ask you over again, you only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind. If you can make your mind up.
феєричні, захоплюючі, неймовірні учасниці групи «Аква». Оце, дівчата, ви запалили. Погляд не можна було відірвати від вас. Сергію, я думаю, що ви зі мною згодні. Я вам першим дам слово, як найрозважливішому. Я з удовольствием скажу об этих девочках. В целом, очень неплохо, вкусно. Правда, очень аккуратно, волновались, видно. Это чувствуется. Не всегда было, может быть, слаженно. Хотелось бы больше энергетики, больше звучности. Ну, в финале энергетика вот была, да, в последнем уже припеве, в повторе вот это вот было. Но хотелось бы, чтобы в таком звуке шла бы вся песня. Они просто в целом, хорошо, очень достойно. И отдельное спасибо блистательному балету. Кто бы сомневался. Дякую вам. Серега, на тебе, девчата, справили вражение? Ёлка сказала, что ваша сила в обаянии и в красоте. И я согласен, это действительно так. Но за обаянием и за красотой я не услышал, не расслышал, не рассмотрел, собственно говоря, композицию, песню. Это не самая яркая песня, которую нужно было выбирать из репертуара группы «Pussycat Dolls». Есть «Хаш», например, почему вы ее не взяли? Там нужно голос показать, она более заводная, она более родийная, более раскрученная. Не кричи на девочек, это я. По поводу постановки, ну, в целом это напоминало ситуацию в жизни, вернулся как-то муж из командировки. Куча полураздетых мужиков, которые толком не знали, как себя вести при виде нас с Кондратюком. Ну, в общем, старайтесь. Есть куда расти. Ой, ну що ж ти недобрий сьогодні. Що ти мене Дякую. Ігорю, ти добріш? А мені подобаються акуратні дівчата. В цілому непогано. Мені сподобалось те, що ви кожна окремо були особистістю, що правильно сказала Ялинка, було б дуже погано, якби ми вас приймали як одне ціле. Я вважаю, що багато дівчат, дівчат повинно бути більше на нашому проєкті. От що я вважаю. Я задоволений вашим виступом. Бажаю удачі. Дякуємо. Ёлочка. А я считаю, друзья, что это было просто невероятно. А Сережа мне завидует, потому что у меня коллективы. На-на-на. И, кстати, коллеги, берегитесь. Это далеко не все, на что мы с девочками способны. Тогда почему у тебя в скайпе статус «Голосуй за мой новый клип», а не «Голосуй за коллективы»? Что ты следишь за всеми, а? У тебя есть время там сидеть. Я, например, репетирую. А я готовился. Девчонки, гениально. Очень круто. Горжусь вами. Молодцы. Спасибо. Я же говорила, Дякую, что все будет хорошо. Знаєте, що зробить Акву більш щасливішою? У Насті був день народження вчора, я думаю, що це буде для неї подарунок і для всієї Акви, якщо ви проголосуєте за них. А зробити це можна наступним чином, зателефонувавши 0900-102-003 та надіславши смс із кодом 03 на номер 7766.